Всем привет, дорогие друзья, с вами Арчер и... Вау! У нас уже 16 золотых медалей, 18 серебра и 13 бронзы. Но сейчас не об этом. Сегодня я покажу, как установить скин на любые лаунчеры, к примеру. Там, ну, давайте, к примеру, Майнкрафт он. Вот, есть такой лаунчер. Ну или, к примеру, Омскрафт. К примеру. Что за хрень? А, вот главная страница. Ну, неважно. Вот. И сегодня покажу, как установить это на любые совершенно такие вот лаунчеры. Давайте сегодня я установлю на Minecraft Only. А также я вам покажу, как их создавать. Так, бандикам свали отсюда. Вот, ну... Если кто не знает, то может, конечно же, зарегистрироваться здесь, также поиграть. Много игровых серверов, как вы видите. Вот. Также с модами и... Вот, 5 железа. Это даже круто. Короче, модов здесь дофига. Ну, вот здесь есть где-то будет зарегистрироваться. У меня здесь нет, потому что я уже зарегистрирован. И теперь давайте перейдем к скину. Для начала мы должны зайти на сайт... NovaSkins. Вот этот сайт. Вот самая первая NovaSkins Minecraft Skin Editor. Заходим. И ждем. Что за хрень? Здесь. Так. У меня тут какой-то чувак высветился. Ну, если вы, конечно, будете... Что за хрень? Три руки, что ли? А, нет, шесть. Ладно. Я, конечно же, когда же будет первый раз, у вас не высветится этот чувак, который у меня сейчас... Что за хрень, блин, сайт? 100 лет этому сайту. Ладно, вот, у вас здесь будет стив, вы можете вот здесь выбрать всякие цвета, вот так вот разукрасить его. Также убрать ему вот эту штуку. Вот, короче. Видите, где тут стив? Вот он. В левом нижнем углу. Вот я убрал ему бошку, ноги, руки, голову. Короче, я ему все поубирал. Вот, также можем его порисовать. О, вот. Потом здесь ему нарисовать. Вот так вот. Это будет брат Крипера у нас. Нет, это будет зараженный. Зараженный. Чё лицо не рисуется? Ну, переворачивайся. Короче, чё за херь? О, вот всё. Куда вот ему бошку? Всё. Он у нас заражён. Давайте ему ещё глаза подрисуем. Вот такой вот херобринц. Короче, хрень какая-то. Вот у нас в очках будет. В очках. Очкастый, чувак. Ты чё очкастый? Слышь, ты чё очкарик? Вот на тебе еще заражение. Ладно, вот. Ну, почему-то у меня здесь скины не грузятся. Чё за хрень? А, вот, все прогружаются скины. Вот вы можете выбрать, которые делали другие люди, к примеру. Меч! Чё за херь? Это вот вообще не понимаю. Ладно, неважно. Вот сверху вот здесь у нас gallery. То есть галерея. Галерея. Вот, и переходим на wear. Вот здесь у нас мы можем надеть ему, например, вот эту вот кофточку, нажав на ад. Все, у нас зараженный в кофточке. Вот. Также можем другие вот надеть ему шкуры, всякие одежды. Вот. Перейдем в текст. Текст — это у нас игры, которые нас не прогружаются почему-то. Давайте подождем. А, вот все прогружаются. Вот здесь много всяких разных игр. Почему-то не прогружаются. Counter-Strike, Games, эти Мстители, трансформеры, любые, короче, Hello Kitty. Выбираете вот, ну, давайте, к примеру, Hello Kitty нажмем. И у нас здесь все скины Hello Kitty. Ну, это, конечно же, не все. Ну, три, это и все, но это не все из Hello Kitty. Я, конечно, не знаю. Ну, вот, ну, куча игр всяких вы выберете, нажимаете, у вас здесь вот такой вот будет скин. Вот, Backgroup, это не важно, это просто картинка сзади него какая будет. Ну, давайте вот это, мне это больше нравится. Вот, pose — это у нас позы. Вот это вот, например.
идущий. Грузись! А, вот все погрузился. Вот это у нас бегущий, радостный такой чувак. Вот он. Заразился, да и пофигу. Так, вот это вот такой вот, который куда-то собирается лететь, но не может. Ну, короче, здесь до хрена поз. Ссылку на этот сайт вы сможете найти в описании, если, конечно, вы ленивые и не можете тупо набрать это в Яндексе. Ладно, ну вот, когда вы выбрали позу, там вы можете так вот у него в подмышках нарисовать и так далее. Вот. Вот здесь также и можно вот так вот его увеличить, также его уменьшить, это вот слева. И где он? Да, он улетел! Короче, вот. Ну, это, в принципе, все. Когда мы его сделали, вот, короче, вот здесь вот я вот на сейф ломаю. Тыкаем на сейф. И вот здесь вот придумываем его имя. Ну, давайте. Коко Попс. Коко Попс. Это его, как говорится, как оно называется? Действие, короче. Let's go. Save. Вот. У нас здесь прогружается, это можно даже не ждать. Нажимаем вот на download, вот на этот вот. Который я сейчас тоже буду долбить. Вот, нажимаем download. И у меня, ну, не такое, наверное, как у вас. У меня сейчас такая вот картинка. Я тупо нажимаю правой кнопкой мыши по этой картинке. Копировать и вставляю куда там надо. Можно тупо на рабочий стол. Скример! Вставляем. Вот у нас фундамент тут. Можно как хотите его переименовать. Вот, теперь заходим на Minecraft Only. Потом личный кабинет. Потом, где у нас здесь вот удалить скин, удалить плащ и так далее. Установите скин и плащ можно в разделе услуги. Заходим в услуги. Вот, у нас выберите сервер. Вы можете любой выбирать, потому что установится у нас, короче, он на всех серверах, а это еще, например, выберите услугу. Нажимаем и выбираем установить скин бесплатно, 0 монет. Это вот опыт, тут всякий премиум, вот HD скин 50 монет. Плащ 35 монет, короче, до хрена здесь бабла. Нажимаем установить скин бесплатно, 0 монет. Нажимаем подтвердить. Ждем. И теперь нажимаем, вот, выберите файл скин, нажимаем обзор. И вот здесь вот на рабочем столе ищем вот этот вот у нас фундамент. Вот он у нас фундамент этот. Все, ждем. Вот, все, у нас он, как говорится, вот он. Это путь. Нажимаем сменить скин. Ждем. И та-дам! Вот он у нас. Зараженный. В корточке. Посрать, где он. Вот. Так же его можно посмотреть и так далее. Ну, в принципе, это все. Потом заходите в Minecraft Only, вводите свой логин, пароль, сервер любой выбираете, и у вас этот скин будет установлен. Ну и на этом я закончу. Всем пока. С вами был Арчер. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. До скорых встреч!